Здравствуйте, глубоко уважаемые студенты. Сегодня лекция называется «Усвоение фундамента». План лекции – общее положение, виды свайных фундаментов, фундаменты из одиночных свай и сваи стройки. Значит, первое начнем с общих положений. В современном строительстве свайные фундаменты нашли широкое применение. Этот вид фундамента может быть эффективно применен как в случаях, как в надежных грунтовых условиях, так и в случаях, когда несущие слои грунта залегают на значительной глубине. Ну, в основном свайные фундаменты применяются при строительстве более слабых грунтов, чтобы прорезать свайные грунты и привести к более прочным грунтам. И в основном сваи применяют для возведения высотных зданий и также при возведении мостов. Сваи представляют собой погруженные в грунт или устроенные, пробуренные в грунте скважины. Тонкие стойки. Это имеется в виду стержни. Стержни типа трубы, назначением которых является передача нагрузки от сооружения на более плотные, наплотные свои грунта. Группа свай, объединенная сверху по головам свай, распределительной плитой называется ростверком и образует свайный фундамент. Значит, ростверком называется распределительная плита, которая объединяет все сваи. Все сваи. Это и есть ростверк. Ростверк в основном применяется при строительстве мостов. Применение этого вида фундамента позволяет прорезать. Применение этого фундамента имеется в виду свайный фундамент. Значит, как я сказала, прорезать слабые слои грунта или слои, подверженные размыву, передать нагрузку на более прочный грунт. Второе. Избежать неравномерных осадок, как оснований, так и сооружений. Третье. Значительно сократить объем земляных работ. Ну, как вы знаете, и дальше я вам сейчас расскажу. В основном сваи бывают забивными сваями. То есть грунт под большой нагрузкой забивается стержнем. Поэтому открытые котлованы, это, конечно, слишком дорогой нагрузкой. И надо много применить техники для того, чтобы этот котлован прорыть и, естественно, убрать эту землю. Четвертое. Обеспечить устойчивость сооружения, подвергшуюся действию горизонтальных нагрузок. Ну, здесь устойчивость соблюдается. Естественно, эта свай меньше подвергается действию именно нагрузок, которые распределяются по горизонтали. Пятое. При реконструкции зданий перераспределить давление от их на основании. По характеру передачи давление строения, зданий или сооружений на основании различают сваи стойки и сваи трения. Значит, сваи стойки – это и столбы, а сваи трения – висячие сваи. Это мы с вами сейчас будем проходить. Сваи стойки прорезают всю толщу слабых грунтов и опираются на практически несжимаемые слои грунта. Значит, непрежимаемым слоем грунта это являются скальные, полускальные, крупнообломочные, галька и гравий. Так как сваи стойки опираются на несжимаемый грунт, при загрузке их силы L, они практически не получают вертикального перемещения. По этой причине между боковой поверхностью сваи и грунтов отсутствует трение, если не учитывать продольных деформаций самого ствола
сваи. В связи с этим принято считать, что сваи стойки передают давление только через нижние острые. Острые пята, так называемые, и работают как сжатые стержни в упругой среде. Это сваи стойки. Сваи трения, висячие сваи, сейчас я вам покажу, прорезают слабые слои грунта и входят острым, это называется конец. Плиты называются пята, плотные грунты. Несущая способность их обеспечивается за счет трения грунта по боковой поверхности. Значит, трение грунта по боковой поверхности обозначается буквой F, и внизу индексом ставится маленькая F. Это боковая поверхность. И сопротивление грунта под острием пятой называется FR. Обозначается FR. Вот здесь на рисунке 13.1 показана схема работы сваи в грунте. А. Свая стойка. Вот она, свая стойка. Свая стойка. Значит, здесь идет нагрузка от фундамента на основании. Это обозначается буквой N. И идет сопротивление грунта основания. Это и есть R. Вот это вот пята, это называется острие свай. Свай. Это называется пято. Пята. Здесь тоже идет свая трения. Как видите, она состоит из различных материалов. Если здесь в основном однородный, здесь уже состоит из различных материалов. Здесь тоже вертикальная нагрузка L с сопротивлением со стороны основания R. Здесь идет уже вот это R, это и есть сопротивление острию. Вот это и есть пята. Вот эти боковые давления, это есть FF, это называется боковое давление. То, что подается снизу, это называется FR. FR. Вот здесь, значит, если здесь силы трения не играют огромной роли, здесь силы трения боковые играют огромной роли. Значит, здесь рекомендуется погружать, значит, сопротивление, то есть все FF, это есть по FR вообще здесь должно, и FF, то есть это сила сопротивления под пятой и сила сопротивления в боковой поверхности, или сила трения. Рекомендуется погружать острые пятую, это вот этот конец сваи, висячих свай, плотный грунт, грунта не меньше, чем на 1-2 метра. Теперь пройдем виды свайных фундаментов. В настоящее время известно большое количество типов разновидностей свай, отличающихся по материалу, форме поперечного и продольного сечения, конструкции, способу изготовления и погружения. Значит, типы свай различаются по материалу, из какого материала он состоит. Это есть, может, деревянные, железобетонные, бетонные. Это называется материал, из которого изготавливается ваша свая. По форме поперечного сечения, они тоже могут быть разные. Это может быть квадраты, прямоугольники, эллипсы, трапециедальные сечения. Продольное сечение тоже может быть прямоугольники, или четырехугольники, или квадраты. По конструкции, это, конечно, имеется в виду по геометрии. По геометрии они могут быть круглые, прямоугольные, вот такой, типа такой. По способу изготовления они могут быть монолитные или сборные. Это есть способ изготовления. И погружение, естественно, погружение, как они могут забиваться или погружаться. Это способы погружения. Это погружение. Несущая способность свайного фундамента принимают в зависимости от величины и характера передаваемой нагрузки от сооружения. С учетом этих факторов осуществляется подбор длины свай, количество и характер их расположения в плане.
фундаменты из одиночных сваев применяют под легкие сооружения. Значит, из одиночных свай применяется при строительстве одноэтажных зданий, когда нагрузку от колонны или стыка панели воспринимает одна свая. Иногда сваи являются одновременными колоннами зданий. Такие конструкции называются сваями колонны. По материалу сваи могут быть, как я сказала, железобетонные, это не железо плюс бетон, бетонные, просто типы бетонные, деревянные, металлические, это двухтавровые типа грунтовые, но грунтовые у нас мало, это как применяется при строительстве, или комбинированные, и другие. По способу погружения сваи делятся на, как я сказала, это есть забивные, изготовленные на заводе. Это типа вот железобетонных конструкций, которые как изготавливаются на заводе. Монолитные. Типа стержня, типа железобетонной свай, доставленные к месту строительства и погруженные на проектную отметку путем забивки. Это вот забивные сваи, значит, в основном они забиваются из тех свай, которые заранее изготавливаются на заводе. Значит, забиваются эти сваи фибропогружениями или другими способами. Второй тип по способу погружения сваи – это есть набивные. То есть их устраивают в проектном положении непосредственно на стройплощадке из бетона, песка, глинистого грунта, грунта цемента и других. Значит, устраивают проектное положение, а дальше уже его набивают каким-то материалом. Поэтому оно называется набивное. И третий способ – это особый вид свая. Это камуфлетные, буронабивные и винтовые. Ну, особый вид сваи, например, буронабивные или винтовые сваи, они в основном используются для добычи нефти и газа. И они более практичны. Ленточные свайные фундаменты устраиваются под стенами зданий и другими протяженными конструкциями. Различают однорядное и многорядное размещение свай в ленточных ростверках. Значит, это есть, сейчас я покажу. Вот, 13 АВ. Вот, АВ. Вот это вот есть ленточный. Вот схема расположения свай в ростверке. Вот это схема расположения АБВ. Значит, вот она. А. Вот А, видите, с каким-то расстоянием. Это вот есть ростверк. Вот это есть железобетонная плита. Железобетонная плита, которая объединяет все сваи. Это железобетонная плита. В нее, естественно, верхний конец вбиваются сваи. Вот эти вот ленточные сваи, вот они вбиваются вот на этом расстоянии, вот А. Раз, два, три. А вот этот вот прямоугольник, он считается ростверком. Может, значит, вот это вот сваи в ростверке могут располагаться, как вы видите, горизонтально, может располагаться в шахматном порядке. Вот эти все прямоугольники, это есть сваи. Они есть сваи. Вот они могут по горизонтали, или тоже вот типа шахматный порядок, тоже это расположение в ростверке. Вот этот вот прямоугольник, это есть ростверк, а вот эти вот квадратики, это есть расположение свай в самом ростверке.
так называемая схема расположения. Значит, здесь ленточные, они вот параллельно почти что расположены. А в кустовом, вот в кустовом, это вот, видите, они делятся на 4 квадрата, на 4 квадрата, и в каждом квадрате вбивается по одному сваю. Вот он, раз, два, три, четыре. Или так, вот здесь вот, видите, это есть геометрия сваи, она представляет собой прямоугольник плюс трапецию. И здесь почти что в шахматном порядке вот эти вот прямоугольники, это есть сваи. Если это есть сплошная плита, вот это и есть сплошная ростверки, сплошная плита, то в виде сплошной среды, видите, плиты. Они, то есть, подряд, но расстояние между ними очень маленькое. Значит, сваи кусты, это где Г и Д. Вот Г. Вот Г и Д, это называются кустовые связи. Сваи. А сплошные сваи, это, как я сказала, устраивают для передачи больших внешних нагрузок, когда сваи располагаются на определенном порядке над всем сооружением. Это Е. Вот это кустовые. Это кустовые, а это сплошные. Значит, по расположению сваи в ростверке различают сваи стойки, кустовые и сплошное поле. Вот ленточные, кустовое и в виде сплошной среды. Или сплошной среды, это плиты. Вот это прямоугольники, это и есть ростверки. Вот эти квадратики, это схема расположения свай, оно в ростверке. Совместная работа свай под нагрузкой обеспечивается ростверковой плитой, которая объединяет головы свай и обеспечивает распределение нагрузки и приблизительно равномерность осадки. Различает два типа свайных ростверков. Это, как я говорю, ростверки, это есть железобетонная плита, которая объединяет головы свай. Значит, различают два типа свайных ростверков. Это есть низкий и есть высокий. Низкий располагается ниже, высокий выше уровня поверхности грунта. Вот здесь вот показаны схемы свайных ростверков. Здесь вот низкий, а здесь высокий. Как мы видим, По этой схеме низкий ростверк, вот он, низкий ростверк, он расположен внутри поверхности земли. Вот это поверхность земли, вот это есть само сооружение, вот это есть ростверк, вот он, ростверк, прямоугольник, и от ростверка уже идут сваи. Вот это сваи. Вот прямоугольники, которые в вертикальном положении, это есть сваи. Значит, он находится внутри поверхности земли. Вот эта вот головка сваи, она находится внутри вот этого ростверка. То есть ростверк объединяет эти головки сваи. Второй тип свайных ростверков. Этот есть высокие ростверки, свайные ростверки. Если мы отличим это от А до Б, то мы здесь увидим, что вот это вот само сооружение, оно вот находится на поверхности земли. Здесь дальше ростверк находится над поверхностью земли. Вот поверхность земли. Вот она дальше. Вот, видите обозначение. Это есть уровень земли. Здесь уровень земли. Вот здесь расположен. Здесь уровень земли. Вот здесь расположен. Вот этот ростверк, вот прямоугольный. От ростверка идут сваи. Вот эти сваи. Это называется высокие сваи, которые находятся над поверхностью земли. Вот они. Вот сваи. Вот это, если здесь сваи стойкие, видите, пята у них, это, нету пяты у них. Здесь вот острие называется пятой. Они здесь забиваемые. Вот забиваемые.
Вот поверхность Земли. Еще раз объясняю, это и есть поверхность Земли. Железобетонные сваи изготавливают длиной от 3 метров до 20 метров и более. Это и есть железобетонные сваи. По форме поперечного сечения они бывают квадратные, как я говорила, прямоугольные, тавровые, двухтавровые, круглые и другие. Это есть по форме поперечного сечения. Значит, опять объясняю, по форме поперечного сечения они бывают квадратные, это есть квадратные, прямоугольные, тавровые, это есть двухтавровые, которые под рельсы идут, двухтавровые, круглые и так далее. Ну, круглые они могут быть в форме эллипса или просто круга. По форме продольного сечения они бывают прямоугольные, пирамидальные, а также сваи переменного сечения по длине. По длине. Так, здесь железобетонные сваи. Значит, продольное рабочее армирование свай бывает двух видов. Это есть с обычной, ненапрягаемой и с предварительно напряженной арматуры. Ну, как вы знаете, армирование бывает двух видов. Это ненапрягаемый, то есть арматура такая, которая есть, она просто-напросто начинает погружаться в бетон. А предварительно напряженная арматура, как вы знаете, она специально растягивается, арматура, под каким-то воздействием. И далее она заливается бетоном. Это называется предварительная напряженная арматура. Железобетонная свая с обычным армированием изготавливают из бетона. Из бетона, значит, с обычным армированием или рабочим армированием изготавливают из бетона класса B20. И класс арматуры, это считается А2. Напряженно армированные сваи изготавливаются из бетона класса B30 и арматуры А3 класса. Значит, напряженные армированные, если железобетонные сваи изготавливаются B20 и А2. Напряженно армированные сваи изготавливаются из бетона B30 и арматура уже идет А3 класса. Вот чем отличается. Просто железобетонные сваи и напряженно армированные. Здесь класс бетона увеличивается. Если здесь 20, здесь 30. И арматура тоже 3 класса. Использование предварительно напряженной арматуры позволяет увеличить длину свай от 20 до 25 метров. Но предварительно напряженная арматура, как я сказала, это заранее ее растягивают арматуру, а потом уже ее заливают бетоном. Значит, тогда использование предварительно напряженной арматуры позволяет увеличить длину свай, то есть ее погрузить до 20-25 метров глубины. При маркировке железобетонных свай используют следующие индексы. Это есть С, CH, CC, CC, CP и SK. Ниже приведенные примеры маркировки свай. Это есть C830. Это свая с ненапряженной стержневой арматурой длиной 8 метров. И сечением 30 на 30 сантиметров. Вот это есть 30 на 30 сантиметров. Это есть параметры вашей свай. То есть длина и ширина имеется в виду квадратное поперечное сечение, ее представляет квадрат 30 на 30. SH 12 на 35. Это есть сваи с напряженной. Если здесь не напряженная стержневая арматура, здесь идет напряженная арматура. Значит, напряженно армированные сваи, они, значит, больше класс бетона и арматуры тоже большего класса. Значит, они
То есть как арматура, напряженная арматура, длина свай, если здесь была 8 метров, вот, 8 метров, 8 метров, то, естественно, когда сваи изготавливают из бетона более высшего класса и арматуры более высшего класса, то, естественно, длина сваи, она увеличивается. Если здесь было 8 метров, то здесь она, длина ее увеличится на 4 метра, почти что полтора. Да. Сечение, тоже прямоугольное сечение здесь, оно представляет собой квадрат, то видно, как видно по сравнению с предыдущей, здесь тоже выходит на 5 сантиметров больше. Дальше идет СЦ 1030. 1030 это свай с центрально расположенным стержнем ненапряженной арматуры. Здесь уже вот между С830 и С1235 расположена вот эта вот свая с центрально расположенным стержнем. Это СЦ1030. Видите, арматура уже длиной между ними 10 метров и сечение 30 на 30. Вот на этом рисунке показаны формы поперечных сечений железобетонных сваев. Это вот то, что я говорил, это есть квадратные, вот они квадратные. Значит, вот это вот, вот квадрат, вот этот вот, полностью заполнил железобетоном или металлической конструкцией. Вот этот квадрат, он сплошной, он не, как, не дисперсный, он более сплошной и более жесткий по сравнению с окружающим средой. Вот то, что я говорил. Квадрат, вот квадрат. Прямоугольная, вот прямоугольная. Видите, прямоугольная здесь состоит из двух квадратов. Тавровая, вот это тавровая. Вот это имеется в виду с уширением, с низким уширением подошвы. Вот видите, это есть уширение. Уширение подошвы свай. Идет прямоугольник, а потом идет уширение. Уширение подошвы свай. Двухтавровая. То есть вот этот тавр, видите, вот он. Два прямоугольника и стержень. Здесь тоже уширение идет и сверху, и снизу. Это называется двухтавровая. То есть два тавра. Вот наверху тавр. И внизу. Здесь, если один только на подошве, здесь два, сверху и снизу. Сейчас очень часто применяются с материалом и емкостью. Это есть квадратная с полостью. С полостью. Вот квадратный у вас, квадратный, и внутри идет полость. Экзуат. Бека! Ты что? Так, значит, сваи, еще СП-6-30-11, это свая с ненапряженной арматурой, с круглой полостью, 6 метров и сечение 30 на 30. Диаметр полости это 11 сантиметров. Еще другой разновидности СК-460, свая круглая, длиной 4 метра и наружным диаметром 60 сантиметров. Она в два раза выше, как видите, с предыдущей. Круглые полые сваи во многих случаях применяют как составные. Погружают их в грунт как с открытым нижним концом, так и с конусным наконечником. Все. Все. Все.
У кого какие вопросы есть? Все, Виктор Викторович. Так, у кого какие вопросы есть? У меня нету. Так, значит, дальше продолжим свои фундаменты, потом свои оболочки и так далее. Вы передайте своим однокурсникам, чтобы они посещали, хорошо? Потому что дальше никто не будет по новой вам лекции читать не будет, ребята. Вы не ленитесь, встаньте с постели, да, и ничего, включите компьютер, и 5-10 минут ничего с вами не случится. Все, до свидания, до следующей субботы. Спасибо, до свидания.